Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам. И со Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, приветствую вас всех в это третье воскресенье Пасхи. И в самом начале уже вступительным песнопением мы все почувствовали, что сегодня произойдет что-то особенное. Сегодня будет рукоположен на священнике диакон Вадим. И я приветствую всех, которые прибыли сюда даже издалека, представителей предсеминарии в Новосибирске и высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге. Приветствую священников, которые прибыли из разных приходов нашей епархии и даже дальше. Приветствую родственников Вадима, брата, сестру, племянников. Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Сегодня мы вознесем наши молитвы именно за нашего кандидата в рукоположение священническое, за Вадима, чтобы Господь его благословил, чтобы он стал святым, ревностным священником по духу самого первосвященника Иисуса Христа. В начале святой мессы мы будем окроплены святой водой, которая напоминает нам о нашем крещении, нашем сердце, мы возбудим раскаяние в наших грехах. Всемогущий, вечный Боже, Ты восхотел, чтобы через воду, источник жизни и начало очищения, очищали старую душу и принимали дар жизни вечной. Молим Тебя, удостоит благословение эту воду, которой в этот день Твой, Господи, мы желаем быть укреплены. Облади в нас живой источник Твоей благодати и ею сохрани душу и тело каждого из нас от всякого зла, чтобы мы могли приступить к Тебе с чистым сердцем и достойно принять Твое спасение через Христа, Господа нашего. Слава Вышнему Богу! И на земле, и на небе!
помолимся. Боже, да ликует непрестанно народ Твой, которому Ты вернул молодость Духа, чтобы, радуясь вновь обретенной славе усыновления, он с упованием ожидал славного дня воскресения. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение Деяний святых апостолов. В тени спросил апостола первосвященника, говоря: «Не запретил ли мы вам накрепко учить о имени сия? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу своего начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». И запретив апостолам говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Слово Божие. Благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре
четыре старца Каин и поклонились живущему во веки веков. Слово Божие. Благодарение Богу. Наполненную большими рыбами, которых было 150.
Господи, берет хлеб и дает ему, так же и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Игумен, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Игумен, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался, а сам ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Слово Господне. Потому что с отцом Денисом мы 10 дней тому назад
действительно там были. В Пасху по юлианскому календарю неделю тому назад я был в храме Воскресения Господне в Иерусалиме, в этом самом главном святилище христианского мира. Был, как Петр и Иоанн, в гробе Господнем. И могу в каком-то смысле сказать, как и они, увидел и уверовал. А несколько раньше мы совершали святую мессу на берегу Тиверианского моря. После мессы там, на том самом месте, где Иисус трижды спросил Петра, «Любишь ли ты меня?», мы, епископы из разных стран мира, обновили свои обеты словами Петра, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И слышали в ответ слова Иисуса, которые произносил кардинал Хейнборн, архиепископ Вены в Австрии, каждому из нас, «Паси овец моих». Для Петра и его наследников эти слова означали всех уверовавших во Христа. Для других апостолов и епископов, верующих по местной церкви и епархии, а для священников эти слова означают прихожан приходов и общин. Дорогие, эхо Пасхи не только того праздника, который мы недавно праздновали, но эхо и той первой Пасхи не стихает до сегодняшнего дня. Оно достигает и нас, верующих 21 века. Пасха продолжается. Сегодня в священническом рукоположении Вадима эти слова адресованы и ему: «Паси овец моих». Господь наш Иисус Христос, проповедуя благую весть о Царстве Бога Отца, избрал себе помощников и последователей, апостолов. 3 года Он с терпением и любовью передавал им все, что слышал от Отца Своего. А в канун своих страданий и крестной смерти, в Великий Четверг, Он совершил с ними пасхальную трапезу, тайную вечерю, во время которой Иисус благословил хлеб и вино и подал ученикам своим, говоря: «Возьмите и ешьте, возьмите и пейте, это мое тело, это моя кровь. Делайте сие, и вы в память обо мне». Таким образом, Иисус установил Евхаристию и священство. Апостолы стали первыми священниками, епископами молодой Церкви Христовой. В церковном служении рукоположенного священника сам Христос присутствует в своей Церкви как пастырь сада. Церковь говорит по этому поводу, что священник силу таинства, священства действует в лице Христа главы, in persona Christi Capitis. Через епископов и священников присутствие Христа становится видимым среди верующих. Попробуй осознать это, дорогие братья и сестры. Воистину, это мистериум тремендо, это таинство, о котором бросает в дрожь священник. Человек из плоти и крови представляет самого Иисуса Христа. Отсюда нам понятны примеры многих святых, которые всеми силами избегали епископства. Служебное священство также действует от имени всей Церкви, всего народа Божьего, предстоя перед Богом в молитве Церкви, бриария и в особенности совершая евхаристическую жертву, святую мессу.
Пусть наша память пронесет нас теперь через века, через 2000 лет христианства и напомнит нам о роли священства в развитии и жизни Церкви во все времена. Вот кратко основные служения, которые совершали священники за все это время. Это проповедь Евангелия, подготовка катехуменов и продолжающаяся катехизация верных в подготовке к первой исповеди и причастию, к миропомазанию, к венчанию. Это служение фисповедальное, это укрепление больных и немощных прихожан на дому и больнице, и прежде всего это служение Евхаристии. Не говоря уже о культурном, просветительском, воспитательном служении через века. Феномен христианская Европа, но также и благотворное влияние через миссионерство на весь остальной мир, все это стало возможным благодаря бескорыстному, великодушному и жертвенному служению сотен тысяч священнослужителей. Дорогие братья и сестры, в этом нашем размышлении, в этой нашей рефлексии особенно вспомним сегодня священников, пострадавших и отдавших свою жизнь за грех свой в 20 веке. Они положили тот крепкий фундамент, камни которого скреплены кровью мучеников и на котором мы сегодня строим дальше. И вот в нашем кратком путешествии через века мы подходим к веку 21-му. Теперь уже не от легендарных личностей минувших времен, а от нас с вами, от всех здесь присутствующих, от всего народа Божьего в 21 веке зависит история, настоящее и будущее Церкви и всей Земли. Зависит от того, насколько мы действительно понимаем, в том числе и прежде всего, важность священства Святой Церкви Христовой. Зависит от маленьких деталей, как большая мозаика зависит от каждого отдельного камушка. И спросим себя сегодня, молимся ли мы ежедневно о своих священниках? Молимся ли мы о духовных призваниях? Просим ли господина жатвы выслать делателей на жатву свою в наше время, в наш сегодняшний мир? Передаем ли детям и внукам живую веру христианскую, которая способна произрастить в том числе и призвание к священству? Что каждый из нас, каждый член Святой Церкви сделал, чтобы народ Божий, Стадо Божие имело и в 21 веке хороших святых пастырей? Желаю. Желаешь ли ты
благочестиво и верно совершать Христовые тайны во хвалу Божию и для освящения народа христианского, согласно преданию Церкви, особенно в евхаристической жертве и таинстве примирения. Желаю. Желаешь ли ты вместе с нами просить о милосердии Божьем народу, тебе верному, неустанно исполняя заповедь молитвы? Желаю. Желаешь ли ты день ото дня теснее соединяться со Христом, первосвященником, который за нас принес себя в жертву чистую Отцу, и со Христом посвятить себя самого Богу ради спасения людей? Желаю с помощью Божьей. Обещаешь ли ты уважение и послушание мне и моим преемникам? Обещаю. Бог, начавший в себе благое дело, сам так совершит его. Помолимся, возлюбленные, Богу Отцу Всемогущему, чтобы Он умножил небесные дары к этому Своему служителе, которого Он избрал на пресвитерское служение. Thank you.
молитвы, да сопутствует Твоя помощь нашему служению и того, кого мы намерены посвятить для священного служения, освяти Твоим благословением через Христа Господа нашего. Аминь. Сестры, фотографы снимают эти фотографии, будут размещены на сайте приходском, СКГ и телевидении КАН. Я прошу во время молитвы рукоположения быть в тишине. Фотографии будут в интернете в общем доступе. Вот и сейчас, дорогие братья и сестры, мы помолимся в тишине Богу Отцу Всемогущему, чтобы Он умножил небесные дары этим своем служителе, которого он избрал на пресвитерское служение. С нами, Господи, Отче Святой, Всемогущий Вечный Боже, Источник человеческого достоинства и податель всяческих даров. В Тебе все возрастает, и в Тебе все утверждается. Ты, чтобы образовать народ священнический, силою Святого Духа наделяешь самым служителей Христа, Сына Твоего. Уже в Ветхом Завете различались установленные служения таинств. Так, поставив Моисея и Аарона для правления народом и его освящения, Ты избрал мужей следующего чина и достоинства и приобщил для помощи в их делах. Ты в пустыне даровал 70 мужам, полным мудрости, дух, бывший на Моисее, чтобы они помогали ему и облегчили управление народом. Ты сынам Аарона передал полноту служения их отцам, чтобы было достаточно достойных священников для приношения скинии жертв, которые были тенью будущих благ. Последние же времена Ты, Отче Святой, послал мир.
будет Сына Твоего, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса. Он Духом Святым принес Тебе себя непорочного в жертву и соделал апостолов своих, освященных в истине, участниками своего посланничества. И Ты дал им спутников, чтобы возвещать и совершать дело спасения во всем мире. И ныне просим Тебя, Господи, даруй нам таких помощников в немощи нашей, ибо мы нуждаемся в них для осуществления апостольского священства. И просим Тебя, всемогущий Отче, дай этому служителю Твоему достоинство пресвитерское, обнови в нем дух святости, да примет он от Тебя, Боже, служение второй степени священства и примером своей жизни, да побуждает других к непорочности нравов. Да будет он надежным соработником епископского чина, чтобы слова Евангелия, им проповеданные по благодати Духа Святого, приносили плоды в сердцах людей и достигли пределов земли. Да будет он вместе с нами верным подателем тайн Твоих, чтобы народ Твой обновлялся возрождающим омовением и укреплялся от алтаря Твоего, и чтобы примирялись грешники и исцелялись немощные. Да будет он соединен с нами, Господи, чтобы испрашивать милосердие Твоего к веренному Ему народу и ко всему миру. И да обратится полнота народов, собранная во Христе, в единый народ Твой, чтобы войти в Царство Твое. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков.
исповедуем нашу веру, но сегодня, наверное, это исповедание веры именно в связи с таким важным обрядом положения Вадима, священника, пресвитера, прозвучит особенно сильный голос. Исповедуем нашу веру. Oh,
молитесь, братья и сестры, дабы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во славу и славу имени своего, ради блага нашего и всей церкви своей святой. Прими, Господи, дары ликующей церкви. Ты не спаслал ей источник великой радости, даруй ей также плоды вечного торжества через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Вознесем сердца. Возносим на Господа. Возблагодарим Господа Бога нашего. Достойно это и правильно. Воистину, достойно и правильно, должно и спасительно Тебя, Господи, всегда исповедовать, но особенно восхвалять Тебя в это время, когда заклан за нас Христос, Пасха наша. Он не перестает приносить Себя в жертву за нас, ходатайствуется наш пред Тобой своим вечным заступничеством. Принесенный в жертву, Он не умирает, а преданный смерти живет вечно. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы, и ангельские воинства песнь славы Твоей воспевают, непрестанно взывая. Жертву от нас, слуг Твоих и всего народа Твоего,
Мы приносим ее тебе также из-за служителей твоих, которых ты благоволил принять пресвитерский чин. Милостиво сохрани в нем дары твои, чтобы с твоей помощью он исполнял служение, полученное по благодати твоей. Просим тебя, Боже, благословить одежду это приношение всецело благословенным, приемлемым, угодным, угодным и благоприятным. Да станет оно для нас телом и кровью возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Он накануне своих страданий взял хлеб, посвятые и досточтимые руки свои, возвел очи к небу Тебе, Богу Отцу Своему Всемогущему, и Тебе, вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв эту преславную чашу во святые и досточтимые руки свои, вновь вознося тебе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущении грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна нашей веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Поэтому и мы, Господи, рабы Твои, а также народ Твой святой, вспоминая благословенное страдание Христа, Сына Твоего, Господа нашего, и с Христовым воскресенье Его, и на небеса славное вознесение, и славному величию Твоему приносим от Твоих даров и даяний жертву чистую, жертву святую, жертву непорочную, святой хлеб жизни вечной и чаши вечного спасения. Милостиво и благословно воззри на эти приношения и прими их, как благоволил Ты принять дары отрока Твоего, праведного Авеля, жертву праотца нашего Авраама и приношение первосвященника Твоего Мельхиседека, святое возношение, жертву непорочную. Смиренно молим Тебя, Боже всемогущий, да будет эта жертва вознесена руками святого ангела Твоего на небесный алтарь Твой, пред лицо божественного Твоего величия, чтобы мы, всякий раз причащаясь от этого алтаря, святейшего тела и крови Сына Твоего, исполнялись всякого небесного благословения и благодати. Помяни также, Господи, слуг Твоих, нас предваривших со знамением веры и почивающих сном мира. Молим Тебя, Господи, милостиво удостой их и всех во Христе усопших место прохлады, света и покоя. И нам, грешным рабам Твоим, на множество милости Твоих уповающим, даруй участь и общение со святыми Твоими апостолами и мучениками, с Иоанном, Стефаном, Матфеем, Варнавой, Игнатием, Александром, Марцелином, Петровым, Фелицитатой, Перпетуей, Агатой, Луцией, Агнессой, Цицилией, Анастасией и всеми святыми Твоими.
Твоим. Молим Тебя, к сону мы причти нас не по заслугам нашим, но по великому милосердию Твоему, через Христа Господа нашего. Через которого Ты, Господи, все реки блага создаешь, освящаешь, благотворишь, благословляешь и подаешь нам. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь.
Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженный, званный на вечерю Агнца. Thank you.
на народ Твой и удостоен обновления вечных тайн, впереди к нетленной славе воскресения через Христа Господа нашего. Аминь. Свершилось. Так могу сказать сегодня. Наконец-то, слава Богу, я здесь, я дошел, я безумно счастлив. Безумно и бесконечно. И еще буду открывать в течение всей своей жизни красоту, священство и эту глубину непостижимую. Вот. Я готовился, в общем, чтобы благодарить. Наверное, это будет долго. Потерпите, пожалуйста. Ну, хотел, чтобы более-менее всех как-то затронул и, вот, и поблагодарил. Старался тоже по порядку, по иерархии идти. Если ошибусь, то извините. Первое, точно не ошибусь, это благодарение Богу. Благодарение Богу за то, что меня создал таким, какой я есть. За то, что призвал меня в этот мир, в эту страну, в эту семью, в которой я родился, в это время. И ведет меня, ведет по пути спасения. Благодарю особенно за дар священства. Да, действительно, я могу сказать, что это мое счастье. Я рад, что я дошел, что я священник. Это для меня сейчас звучит очень как чудесно. И мне надо все больше и больше в это верить. Да, потому что я привык всегда как-то быть по другую сторону алтаря. Министрант, семинарист, да, и вот. А сейчас священник. Это прекрасно. Дальше. Конечно, я хочу благодарить семью свою. Да, родителей, которых нет, но которые меня воспитали, и я считаю, что хорошо воспитали. Да. Благодарение Богу им за все, что они меня вложили, за всю ту любовь, которую дали. Конечно, есть у меня и братья, да, два брата, сейчас только приехал один, старший, Виталий. Вот. Я очень благодарен Богу, что ты мой старший брат. Вот. И я все, что от тебя получил, это очень много. Очень многое, все равно христианское воспитание, что я католик, в конце концов, благодаря тебе. Я очень-очень тебе благодарен. Что здесь тоже есть твоя сестра Ирина. Я очень рад, что вы приехали. Дочкой очень радостно, вот, что вы есть, и что я могу тоже делиться своей радостью с вами. Конечно, из владыки бы не было бы ничего. Поэтому, отец епископ, большое спасибо вам за это рукоположение. Я уверен со своей стороны, что мы с вами в этом рукоположении исполнили волю Бога 100%. Поэтому вам большое спасибо. Теперь мы будем с вами трудиться вот, на одном поле, на одном ниве. И спасибо, что у меня три поверили и возложили сегодня руки. Тоже отдельное спасибо, конечно, моему настоятелю в Новокузнецке, отцу Алексею Баранникову. Вот. Я как-то при нем рос, развивался, был министрантом и так далее очень долгие годы, поэтому отец Алексей как-то сильно на меня повлиял. И хочу сказать, что ты был для меня очень добрый, отец Денис, снисходителем в моей недостатке и всегда меня поддерживал. Спасибо тебе. Отдельно тоже своих духовных отцов, да, потому что они меня вели всю мою, вот, все мое призвание. 11 лет – это очень много, это очень серьезно, это было очень трудно. Да, я об этом могу говорить часами. О других вещах мало очень, а об этом много. Отца Яноса, который здесь присутствует, вы молодец, вы много сделали в моей жизни. Спасибо вам. И отца Якуба, которого нет, но который меня в семинарии 6 лет тоже вел и поддерживал. Вот я бы сказал, что два человека, которые очень-очень повлияли на вас сейчас. И отца Майка. Доброго посвящения. Спасибо вам. Сейчас пойдет более такая большая глубокая сумка, да? Это семинария ректоров и духовников и предсеминария, да? И всех священников на самом деле, и преподавателей в семинарии, да? Потому что от преподавателей я получил много знаний, а от священников, сестер тоже, да, прихожан, вас тоже, да, и в тех местах, где я родился, рос, учился, молился, где у меня была практика, вот, я получил опыт о человеке, о себе самом,
числе, да, и о человеке вообще. Да, благодаря вам я тоже узнавал, кто я есть на самом деле. Да, и эти представления немножко изменились. А, безусловно, всех, это вся Вселенная абсолютно необъятная, которая за меня молилась. Да, я знаю даже, когда кто молится. Но я думаю, вы здесь, которые сидят, вы молились за меня. И вот, большое вам спасибо. Особенно я хочу выделить вот одну сестру, сестру Никодему, которая очень мне в жизни помогала. Молитвой и прежде всего, да. И когда я был в приходе, вот, всегда меня кормила. А накормить семинариста, я считаю, это дело милосердия. Поэтому кормите семинариста, заботьтесь. Большое спасибо вам за вашу заботу, за молитву, за то, что вы есть. Список подходит к концу. Хор, вы молодцы, братья и сестры, я очень рад и благодарен, вы исполнили песни, которые мне очень нравятся. Вот, я старался сдерживаться, и мне получилось, тоже слава Богу. Песни были очень красиво исполнены, спеты, псалом, за все большое и отдельное спасибо вам за ваши голоса. Гости, особенно те, кто приехал издалека, Новокузнецк, Ставрополь, Ярослав. Гости, спасибо вам. Из Томска, из Серкова, я, может быть, еще пока не осознаю, но те, кто приехал. Спасибо вам, что вы приехали, что вы вместе здесь со мной радуетесь. Кто же приходы города Лисаковска? Да, я не местный, я родился в Казахстане, вот, и этот приход, конечно, очень сильно сыграл у меня свою важную роль. За всех прихожан я их благодарю, они меня сейчас не слышат, но Господь донесет вот это все, я знаю. Все прихожан из Лисаковска, из Новокузнецка, спасибо, что вы приехали, я очень рад и буду дальше с вами радоваться. За гости, только гостей из Москвы, мама, отца Даниила, Наталья Викторовна, спасибо, что приехали, очень радостно здесь вас видеть. Да, приход дает мне тоже, помогает мне верить в Господа Бога на самом деле, да, дает пример и укрепляет меня верность, да, когда мы вместе с вами собираемся, вот, это помогает мне быть с вами, да, это как-то меня воодушевляет, да, и говорит, останься здесь, молись с нами. Спасибо вам. Спасибо министрантам, министрантам, семинаристам за то, что вот тоже здесь все сделали хорошо, правильно. Рукоположение считается действительным, да? Прочитали эту важную фразу, замечательно. Спасибо вам огромное. И последнее. Мне нужна ваша молитва. Дорогие мои, пожалуйста, молитесь об отце Вадиме, потому что я на самом деле не пытаюсь своего. Никто мне не может помочь, кроме вас. Поэтому не забывайте иногда, хотя бы совсем помолиться. Многое тоже зависит от вас. Всех обнимаю очень сильно и молю о вас Богу. Спасибо вам большое. Отец Виталий, вице-ректор Высшей духовной семинарии, молодец Лица Апостола и настоятель храма Успения Богородицы в Санкт-Петербурге. Дорогой отец епископ, да,
себе, но я тоже от себя могу сказать, я счастлив, что могу присутствовать на этом празднике, что могу с тобой, как с собратом и священством, стоять рядом с Татарем. Получилось, что еще до того, как я начал служить в духовной семинарии, Господь нас вел, приходит откуда еще с тех времен, где я начал присутствовать при этом дне. Видел твою любовь к людям, видел твою любовь к молитве, видел, что самое главное, насколько сердце твое бывало вот этим желанием быть священником, служить Богу именно как священник. Поэтому поздравляю тебя с этим, поздравляю тоже себя самого с этим, что могу быть рядом с тобой. Впереди много, конечно же, испытаний, но намного больше радости, намного больше чудес, которые Господь будет производить через твои руки, через твои молитвы. Пусть Господь дарует тебе утешение, сохрани в сердце вот эту радость быть священником, которая сейчас наполняет твое сердце, которое рождалось на протяжении всей твоей информации. Искушения не были перед вами, держитесь.
Молитесь, и Господь всегда будет с вами. Мы хотим вам пожелать, чтобы вы любили своих прихожан, где бы вы ни служили, несли им Слово Божие и горели любовью к людям и к Богу. И ваши прихожане увидят через вас Господа нашего Иисуса Христа. Мы хотим пожелать вам, чтобы ваша вера и ваше сердце никогда не остыли до самых последних дней вашей жизни. Пусть Дух Святой ведет вас по пути, который вы выбрали. Мы желаем вам помощи Господней и поддержки на этом трудном, но прекрасном пути. А мы будем молиться за вас, где бы вы ни служили. Спасибо. Господь дарует ему благодать священства. Да понял, понял я. И где же он родился? Казахстан. А поконкретнее, в каком ауле? Какой аул? На дворе 1985 год. А город тебе нужен Лисаковск. Октябрь, холодно. Да и лечу я, лечу. Эх, люблю спорт. Да, спорт — это жизнь. Священство. Да, это совсем не то. Самое то. Сколько азарта, адреналина, трибуны ликуют. Бог тебя выбрал и ждет, чтобы ты его выбрал. Чувство баскетбольной корзины за спиной. Это ощущение постоянное, куда бы ты ни двигался. Бога ты должен почувствовать, как и баскетбольное кольцо за спиной, постоянно. Бог рядом, постоянно. Странные какие-то мысли. Мне надо больше и лучше тренироваться, да и за учебу взяться. Пойду учиться. Thank you.
скоро празднование диплома. Притворюсь, что меня нет дома. А он все стучится. И мысленно отвечаю, поздно уже и темно. И наконец спрашиваю, да кто ты такой? Твой Бог, с любовью моей неразделенной. Все эти книги, которые ты прочитал, дали тебе очень много знаний. Теперь ты знаешь столько правил, правовых норм. Научили тебя ими пользоваться, помогая людям. Но осталась еще одна книга. Книга книг. Возлюби Господа Бога своего. Не убивай, не кради. О, это же тоже законы. Точно, дай пять. Это закон, который Бог вложил в сердце каждого человека. Это закон самый важный из законов. На нем должны основываться все другие законы. Я все понял. Я понял, как я могу послужить людям. Я буду им помогать правильно жить и с любовью к Богу. Вперед! Сам я не делал добра, ни много, ни мало. Ангела эта рука моей рукой давала. И любить я сам не умел, верно или неверно. Тот, кто любил за меня, лучше, чем я безмерно. Догматов не понимал я ни днем, ни утром, ни ночью. Верю, что объяснишь их, когда откроешь мне очи. Сяду рядом и доверю свой секрет. Дядя, верю священнику. Верю Господу Богу, как дитя. Я возьму с неба любви чуть-чуть.
Владыка и Пресвятой. Да приложит тебе Бог благодать Духа Святого, полученного при возложении рук, чтобы ты был достойным Святого Христа и верным служителем Божественных Тайн. Пусть Бог одарит тебя долголетием и благодатью стойкости, чтобы ты, поддерживаемый Господом нашим Иисусом Христом, мог хорошо завершить труд священнической жизни, ибо Он живет, царствует во веки веков. Дарения приглашаются семинаристы и предсеминаристы. Пусть Господь даст тебе чистое сердце и мудрость, чтобы ты мог постигать тайны веры и обрести удел в священстве Христа, ибо Он живет и царствует во веки веков. Горящий огнем Духа Святого, вы возрастали в премудрости и любви у Бога и у людей. Через Христа Господа нашего. Еще одну, чтобы всем оплатить.